В честь ледохода в нашем городе прошла первая волна. Этот праздник собрал жителей города на берегу Оби. В районе переправы установили игровые площадки для детей, артисты в костюмах ростовых кукол развлекали собравшихся. Кроме того, гостей праздника угощали выпечкой. На традиционное место встречи ледохода отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Ирины Волокитиной. Пятнистую собаку, плюшевого зайца, ушастую мышь и уссурийского тигра увидеть на берегу Оби можно только раз в году. Северная река освобождается от ледяного панциря, и в Лабытнанги приходит первая волна. В этом году народный праздник ледохода проходил в четвертый раз. Для многих горожан он уже успел стать семейным. Я приехала вместе с детьми, с мамой. Мы всегда стараемся вместе проводить праздники, радуемся вместе. Сплачивает нас, как-то делает дружнее, как-то мы дружно собрались, дружно, быстренько бегом. Дома надо было что-то сделать, мы быстренько все сделали, потому что нужно ехать уже к 6 часам. Праздничная программа длилась до позднего вечера. Артисты в костюмах ростовых кукол развлекали гостей. Для них организовали фотозону и игровые площадки. Мне здесь очень нравится, тут можно пострелять, можно поиграть в разные игры. Очень весело, я сбивала, кидала кубики и сбивала птичек. Поиграть с героями любимой компьютерной игры можно было в реальной жизни. Большое сходство плюшевых игрушек с нарисованными персонажами делало этот процесс еще более захватывающим. Праздник дарить людям всегда приятно, поэтому мы рады, что сегодня смогли поучаствовать в этом празднике как организаторы. Сегодня праздник общий, готовил праздник для жителей города социальная сфера. Очень хорошо, что мы все-таки попали в одну, так скажем, волну с ледоходом. Спасибо автотранспортному предприятию «Север», которые побеспокоились и выделили маршрут специально, чтобы для удобства могли жители города приехать сюда. Ну и, конечно же, предприятие «Землиственниц», которое нас угощает булочками и чаем. Первая волна – любимый праздник горожан, а ледоход – долгожданное событие для всех жителей двух соседних городов, разделенных большой рекой. Очень длинная уж зима здесь у нас, и поэтому мы с нетерпением ждем, когда пойдет лед, когда первая рыбалка, когда первые цветочки появятся. Ну а в завершение праздника появился еще один персонаж. К мамонту на том берегу прибавился динозавр на этом. Одним словом, лед тает, господа. Ирина Волокитина, Евгений Садыков, программа «Время местное».